Тема 712. Свеча антитрамп. Пока одни американцы протестуют против избрания Трампа президентом США, другие на этом активно зарабатывают. Например, делают ароматические свечи антитрамп. Вы найдете их в интернет-магазинчике ec.com/shop/idontcutindustries/chairapparentesis. Стоит эту свечу поджечь, она будет источить интенсивный запах лосьона для загара и стейка. Видимо, Трамп пользуется таким лосьоном и любит есть стейки. При этом недовольные Трампом люди почувствуют некоторое удовлетворение от своего поражения, наблюдая, как сгорает в пламени свечи знаменитая челка Трампа. И пока народ не успокоился, эти свечи неплохо продаются, по $18.5. Делает эти свечи, кстати, девушка по имени Катя, которая живет в городе Сент-Луис, штат Миссури. И до антитрампа она продавала свечи с запахом Путина, которые, кстати, и сейчас неплохо покупают. Эта свеча пахнет сосной, землей и дымом. Теперь вы понимаете, как можно зарабатывать деньги на политиках, не имея с ними никаких связей. Делаете уникальную ароматическую свечу, баночки для них продаются во многих магазинах для рукодельников. Обклеиваете ее необходимыми информационными и фотоматериалами, даете соответствующее описание и выставляете на продажу. В вашей стране всегда найдутся как противники, так и сторонники того или иного политика. Умело составляя тексты и подбирая изображения, вы можете склонить неравнодушных людей к покупке вашего товара и заработать при любой политической обстановке. Подпишись на канал «Идеи домашнего бизнеса» и жми колокольчик для уведомления о действиях канала.